Сейчас пойдем гулять, одеваем ошейник и путь, да? Поздоровайся с подписчиками. У тебя уже их 5 человек целых. Скажи, знаю я этих подписчиков. Пойдем сюда. Шрек. Шрек.
дальше. Пойдем, а то дождь пошел. Разведай, пойди, что нам надо. Тут зайцы тоже есть.
Что ты позер? Ага. Что, куплятиной воняет? Ну давай, правильно, да, молодец. Сейчас бы, скажи, в болоте бы скупнулся, да? Вонюшка ты долбаная. Красавчик, молодец. Интересно, как ты это себя видишь? Я тебя буду мучить или кто? Вот ты в натуре, Шрек. Я за тобой туда не пойду, блин, я ж не перейду там. Иди сам. Шрек! Вон, беги. По верхушке. Вдалеке. Давай, давай. Молодец. Молодец, молодец, давай. Молодец. Чё, ты ко мне пойдёшь, нет? Или там и пойдёшь? Ты чё, блин? Вот, хоть обмылся, молодец. 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 Болото. Ходячее. Теперь вываляйся в Илу. Нет, ты будешь валяться? Пошли. Сейчас получишь удочкой по горбу, блин. А ты думаешь, он будет их? А, тебе косточка? Косточка сожрет. Ну что, клюет? Нихуя, вот. Видишь, что вытащил? Ага. Что, блин, пискать надо? Да хуй, куска есть еще будет. Я вообще-то с Сибири, блядь. Приехал отдохнуть? Нет, 3 года ты здесь живу, сейчас на сахарном пути. Работаю. А... Думаю, приеду на Кубань. У тебя снастей до хрена, бля. Снастей до хрена, говорю. До хрена толку. Они ж не мои. Дякую. А.
Шарф. Не рыба? Не. Не клево, что ли? Ага. Эй. Курицу почуял, теперь ты, конечно, блин, смельчак, блин. Кто-то эти петарды запускал. Вон стоит эта херня. О, нет, это моя. А это твоя? Я думал, это. Не мешай, блин. В Сибири приехал, хорошо, блин. Красную рыбу поймал, да уехал, блин. А тут что ты тут поймаешь, не? Какой ты посунка. Ты смотри, блин. А если тебе по башке дали, то что ты делал? А? Любимое место Шрека. На диванчике, да, полежать? Сейчас его под краном слегка вымыл. У нас все-таки придется купать в ванной. Все равно грязноватый. И он сразу прямиком скажет, я на диван, да? Шерсть на носу. Сейчас будем что-нибудь у мамки жрать просить. Да? Выпрашивать. Дайте поесть, дайте поесть. Молодец мой хороший. До рыбака пристал, косточку выпрашивал. Пока Шрек спит, не забываем заходить на канал, подписываться, оставлять комментарии и ставить лайки. Лайки тебе нужны?